Один из самых молодых музеев столицы присоединился к профессиональному празднику. В Белгосфилармонии действует несколько залов с личными вещами, документами и фотографиями народного артиста СССР Владимира Мулявина. Именно здесь он творил и создавал свои хиты. В год культуры главному песняру страны могло бы исполниться 75. Сегодня Международный день музеев. Именно этой дате посвящена встреча «Пока мы помним». Поделиться воспоминаниями пришли родные, друзья и коллеги Мулявина. Поднял нашу национальную песню на международный уровень. И я должен сказать, что его преданность белорусской песне, его безмерная любовь к нашему фольклору, к истории нашей страны, она заслуживает громадного уважения, потому что не каждый белорус отдавал свое сердце так, как сделал это Владимир Мулявин. В этом году по всей Беларуси пройдут Дни памяти Мулявина. Кроме того, к юбилею маэстро вышла книга «Сердцем и думами» с воспоминаниями артистов из разных стран и самых близких людей Владимира Мулявина.